уважаемые коллеги, мы сегодня с вами проводим совместное заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры и общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона на период до 2020 года и на период до 2030. Еще, пожалуйста, коллеги, вопросы. Еще Сургут есть по другим программам. Пожалуйста, только если можно, покороче и чуть-чуть, чтобы мы могли все успеть с вами. Прошу вас. Опять Шевчик. Значит, вопрос следующий. По поводу газификации. Я его задавал и углубился в проблему. Выяснил. Вот я не знаю, как просто по-человечески, если сказать, то я удивлен тем, что вот эта программа, она как-то очень мало рассчитана на простого вот потребителя частного жилого дома. Вот если мы по России едем, по деревням, по городам, мы видим, что поселки на юге везде все газифицированы, дома газифицированы. Так? У нас наши программы, вот по Сургутскому району, по Сургуту, они в основном предусматривают переход с жидкого газа на природный, вот, а вот это разветвление сети, развитие сети для частных домовладений, газопроводов, они практически на минимуме. И вот проблема, я углубился по проблеме в Локосово, то есть там вроде газификация есть, но там будет строиться котельная, но при этом частный сектор газифицироваться не будет. Ну, в общем, для конечного потребителя это, ну, отапливаться за счет котельной, это накладно. Вот, почему-то вот этот перекос такой по всей России, за рубеж, там, эти потоки эти в Турцию и так далее, вроде планируется, да, а мы сами, местные жители здесь, не имеем газа. Вот это как бы моя такая критика, как простого жителя этой программы. Потом дорога, программа развития дорог. И вот тут вопрос звучал, значит, строительство жилья. У нас в Сургуте север Сургута, дачные кооперативы, они отделены железной дорогой. Из города ехать 15 километров примерно, хотя напрямую из центра города 3 километра. И также там нет газа. Если вот эти проблемы как-то рассматривать внимательно, сделать дорогу и провести газ, то это станет часть города жилая, частный сектор вместо дач. А сейчас там топят с электричеством, кто там, и очень мало там людей проживает, как бы. Ну и вопрос. Еще когда я углублялся в вопрос, выяснилось, что оказывается в этом поселке Локосово, ну вот мне ответили, что там будет строиться новая котельная. Но ситуация такая, что трудоустроенные там люди в основном в муниципалитетах. То есть, грубо говоря, мы придем к тому, что в Локосове останутся жить только те, кто работают на этих котельных и платят за услуги ЖКХ за счет этой работы. Ну, как-то вот, как-то странно это все, неправильно. Вот такие мои замечания. Хорошо. Учитывая то, что вопрос, который вы задаете, имеет отношение прежде всего к муниципальным программам и их представлению о том, как это делать, давайте послушаем главу Сургутского района. Прошу вас. Юрий Геннадьевна Королева, заместитель главы Сургутского района. Андрей Александрович сегодня отсутствует, в связи с тем, что он находится в Москве в командировке. Пожалуйста. Кто будет отвечать? Ответит заместитель главы Дина Валерьевна Кузьмина. Кто? Заместитель по ЖКХ. Дина Валерьевна Кузьмина. Пожалуйста, Дина Валерьевна. Здравствуйте, гости студии. Значит, по вопросу газификации Локосово. Значит, на сегодняшний момент в муниципальных программах муниципального образования данные, значит, денежные средства мероприятия не предусмотрены. Дело в том, что по Локосово на самом деле ситуация, значит, с имеющимся там ранее колонии там, и так далее, да, еще работа по
Поэтому вопрос по публикации, он требует отдельных дополнительной работы по составлению проектной документации. И вообще, значит, нам необходимо сделать технико-экономическое обоснование вообще по публикации. Дина Викторовна, прошу прощения, мы, Валерина, прошу прощения, правильно, Дина Валерьевна? Да, да, да. Вы немного не о том говорите, ведь Сергей Николаевич, по сути своей, спросил о простом. Он спросил о том, какая идеология формирования муниципальных программ заложена по вопросам, связанным с газификацией населенных пунктов. Вот о чем он спросил. Он же не спрашивает, там, на конкретный объект есть документация, нет документации. Он спрашивает, как вы вообще видите это? Почему магистральная газ, то есть Газпром, там, округ решает вопросы, магистрально доводит до каждого населенного пункта природный газ, а дальше домохозяйство газ не поступает. По какой причине? Это что? Ваша позиция муниципальная? Или в чем вопрос, в чем проблема? Вот о чем спрашивает Сергей Николаевич. Виталий Владимирович, есть такое предложение. Давайте, значит, Сергей Николаевич тоже предложение. Давайте мы встретимся в рабочем режиме и подумаем на эту тему. Потому что... Нет, вы с Сергеем Николаевичем можете встречаться сколько угодно. Это ваши личные отношения. Мы не будем в них вмешиваться. Я сейчас хочу услышать от вас, как одного из руководителей муниципалитета Сургутского района, мнение, позицию, идеологию муниципальной программы по газификации поселений Сургутского района. Как вы это видите? А дальше вы можете с Сергеем Николаевичем, поверьте, вы не наговоритесь. Но пробуйте. На самом деле, в связи с тем, что газификация – это довольно затратное мероприятие, значит, в связи с тем, что тарифные последствия для населения, проживающего на этих поселениях, они очень существенны, да? Поэтому на сегодня газификация Локосова, как такового поселения, не рассматривается. Почему Локосова, других поселений? Вообще, обращаюсь ко всем руководителям муниципалитета. Это правильный вопрос, это хороший вопрос, это вопрос, который действительно беспокоит нас всех. И если там, с общим уровнем газификации населенных пунктов, домохозяйств автономного округа очень высокий, ну, по крайней мере, не ниже среднеокружных, если брать сельские и маленькие населенные пункты. Я правильно, Егор Викторович, говорю? Вот. И за счет городских поселений выше, чем в среднем по стране, то людям очень важно понимать, в каком формате принимаются решения и какое предстоит развитие по этому поводу. Егор Викторович, вы хотите что-то дополнить? Я бы хотел дополнить, что в 2017 году мы готовимся к тому, чтобы актуализировать программу газификации округа, и в том числе эти вопросы там могут быть отражены. Ну, не могут быть, а должны быть отражены. И по решению муниципалитетов в отношении каждого муниципального образования, каждого поселения, вернее, должно быть установлено, будут газифицировать домохозяйство муниципалитеты и граждане или не будут, выбирают какой-то другой вариант, а это возможно, Сергей Николаевич, и в зависимости от выбора людей, безусловно, за ними остается это право. Или не будут этим заниматься. Сургут, коротко, ясно, в отношении перспектив газификации дачных поселков. Будете, не будете, есть в планах муниципалитета такие обязательства? Будут ли такие обязательства? И основания. Пожалуйста. Однозначно, что это все есть в наших планах. Прямо в муниципальной программе записано. Что-то не нашел я. Да, у нас есть.
Я в муниципальной программе. Будем еще дальше, я хотел развить тему. А вопрос инвестиционного проекта второго, как раз то, что говорил Сергей Николаевич Шевчик по северу. Это вопрос инвестора заходит на строительство завода газомоторных топлив. Как раз эта схема будет снижение давления крупных магистральных трубопроводов именно для газификации тех районов, которые будут находиться вокруг этого. Сетевой. Да. Жиженную сетевой. Да, да, да. Вот, это второе решение. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич тоже самое. Да, вот вы переговорили с Вадимом Николаевичем благодаря нашей площадке. Вот, но раз Сергей Николаевич задает этот вопрос, скорее всего, программа муниципальная не отвечает прямо на этот запрос. И это, кстати, очень важное замечание. Обратите внимание все на программы. И давайте их актуализируем таким образом, чтобы они были для людей. Чтобы людям было понятно, о чем идет речь. Какие реальные обязательства, на что конкретно направлены мероприятия.